Здорово, YouTube, с вами Арти, у нас Fortnite, нифига себе. Почему Fortnite? Потому что мы сейчас будем прыгать в новую локацию. У Fortnite произошла коллаборация с Borderlands, так сказать. Выпустили новые скины, новый ивент. Но ивент мы уже выполнили, естественно, сразу. Но сейчас мы прыгнем в новую локацию. Это, блин, она прикольная, она трешовая. Трешовая в плане того, что ты когда в нее прыгаешь, у тебя отрегенивается на 100% щиты. Они, в принципе, регенятся в этой локации. И там такие лютые замесы. И вот этот, как это, футаж или фильтр на графику мне, блин, мне понравился. Я не знаю, многим, я так понял, не зашел он. Но то, что персонаж становится якобы рисованным, мне очень понравилось на самом деле. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу эту локацию. Я думаю, будет прикольно. Думаю, будет прикольно. Сейчас мы туда долетим, туда просто летать. Нереальное количество людей, но я думаю, что они все туда летают, чтобы выполнять квесты. Смотри, смотри, как она выглядит круто. Очень круто, все нарисованное, вообще жестко. Но мы тогда уже не успеваем, правда, я так думаю, мы зарунили эту попытку. И, скорее всего, сейчас новую будем снимать. Ну да, у нас здесь уже парняга есть. Дай зайти! Я просто не могу зайти. Так. Здесь броню не обязательно как бы брать. Сейчас 5 сек. Кое-что сделаю вот так вот. Ща-ща-ща, мы порешаем тут, ребят. Такие вот новые сундуки, в них выпадают деньги, но деньги нужны на самом деле только лишь по квесту, они особо нафиг не нужны. Потому что когда квест выполнил, то это, считай, все уже. Так, ладно, пойдем драться. Мы так и не нашли, кстати, дробовик, это очень плохо на самом деле. Где дробовик? Да, господи. Ладно, пойдем драться, на пофиг. Пойдем драться на пофиг. Не, брат. Нет. Так, хорошо, первый отъехал. Объясню, что сейчас происходит. Пофиксили, новый патч вышел. Я как дебил сейчас подрался. Новый патч вышел, который пофиксил стройку у нас. Но пофиксил он ее, я так понимаю, сегодня это все вернули обратно. Задержку вместе с турбостроительством. Вот, короче, сейчас по идее те, кто жестко строился, они уже так жестко строиться не будут. Вот, и поэтому будет гораздо, как они, конечно, попроще. Так, что, мы победили эту локацию? Что, дробовика не было, что ли, ни у кого? Жесть, да какая? Ага, я понял. У меня еще и телега тут спамит. Чего? Ага. Блин, ну сейчас нужно пушить. Сейчас всегда нужно пушить. Сейчас, сейчас, подожди, брат. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ты что? Чуть не убил меня, алё. Так. Мне, короче, в общем, пипец как понравилось это. Я такой дебил, я забыл. Я совсем забыл. Дебил, сука. Так, у нас вторая попытка. Вторая попытка, я хочу отыграть, прям отыграть от этой локации, от Пандоры. Об этом вот скине прикольном. Не помню, с какого он сезона, правда, такой олдовый скин. Хочу отыграть от Пандоры и выиграть. Я хочу взять топ-1, типа, ну и просто будет прикольно. Прикольно, стильно, молодежно и все такое. Я не знаю, понравится тебе это или нет, но... Заходи, брат.
Правда зашел. С дробашом зашел. Где он его взял? Почему у них сразу дробовики? У меня нет. Вообще бред какой-то. Так. Окей, давай вот так вот сделаем. Небольшой такой менеджмент, так сказать. Но мы уже хорошо уработали. Что поменять? Так, тоже хочу забрать. Я должен выиграть эту локацию. В прошлой катке я, конечно, такой-то. Посмотри, у меня даже скин на оружие нарисованный, как в борде, типа графика. Очень круто выглядит. Так, главное не попасться на какого-нибудь задрота, который будет... Который будет жестко строиться. И обыграет нас чисто строечкой. Потому что ты же знаешь, стрелять-то мы умеем. А строимся посредственно. Хорошо, хорошо. Это маленький парняшка. Нам особо ничего не сделал. Блин, новые эти еще можно посмотреть, кстати. Давай посмотрим. Щиты вот эти, еще имба, пушка. Так, что, мы всех выгнали с локации, рели? Двоих я убил, один улетел. У нас четверо прыгнуло сюда. Странно. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Должны мы до топов дойти или хотя бы, блин, не знаю. Даже если до топов не дойду, просто сниму ролик. Просто показать, какая крутая эта локация. Почему-то она забагалась. А что я бил? Почему у меня не... Очень прикольно. Такие вот крутые сундуки на самом деле. О, нифига, куст, смотри. А куст, я хочу посмотреть, куст будет нарисованный тоже? С такой же текстурой? Ля, а куст не нарисованный. Вы видели, кстати, теперь нельзя разрушить сундуки. Это с одной стороны круто, с другой стороны это, конечно, помощь тем, кто максимально невнимательный. А давай проверим, кстати, смотри. Да, да. Сундуки теперь не ломаются, как бы... Ну, их разбить только, наверное, можно. Но я знаю, что брутом нельзя фармить. Я видел видосики, типа... Уничтожая постройки брутом, ресурсы уже так не собираются, как раньше. Вот, это тоже прикольная такая обнова. Блин, баночки маленькие. Блин, теперь сундуки можно максимально быстро, кстати, фармить. Кстати, я даже об этом не подумал, если честно. Блин, нам нужно найти, смотри... А, ну да, ладно, этот ни на чем не стоит. Теперь, если сундук на чем-то стоит, можно просто под ним быстро сломать что-то. И получить свой лут. Лол. Вот так вот, бум. И все, пока парняга какой-нибудь будет открывать, ты заберешь, собственно, оружие. Лайфхак, смотри, на видосике сразу лайфхак. Кто-то к нам едет. Или кто-то в принципе куда-то ехал, я не понял. Блин, не падает нормальный дробовик. Серым тактикам отыгрывать, это, конечно, такое себе. Не знаю, как насчет топа взять. Блин, как же мне нравится эта локация, какая она крутая, посмотри. Просто зачетная. Я знаю, где они дерутся. Сейчас там все дерутся ради этого квеста. Вот, чага есть. Чага — это круто. Не в данной локации, конечно. Блин, вообще мне нужно выполнить квест и убить кого-то с прицелом. Получится ли у нас сейчас? Ой, как же я тебе в голову дал, брат. Нет, 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 нет. Остановись. Хорошо. Кто-то едет, или мне кажется? Что за звук? Он еще и костер успел поставить. Почему мы не хилимся на костре? Хилимся, но как-то медленно. Ля. Как я его перестрелял, при том, что у него палка была? Ладно, давай не будем пока
въеживаться в плане квестов. Заберем хороший лут. Хороший лут. Тут еще кто-то есть. Или нету. Короче, такие вот надписи welcome. Блин, она очень крутая. Очень крутая. Локация просто максимально крутая. Можно было бы чагу, конечно, забрать. Или банки какими-нибудь вместо этого щита, блин. Что я им толком не буду пользоваться, скорее всего. Только если влететь в какой-нибудь прям глубоком, в таком, так сказать. Блин, здесь по-любому вот еще кто-то есть, правильно? По-любому кто-то есть. Кокосик. Кокосик — это хорошо. Блин, посмотри, ну какая она крутая, эта локация. Я вообще выходить даже отсюда не хочу. О, аирдроп. Смотри, что делаем. Опа. И никто нам не помешает. Ой-ой-ой, скарчик, спасибо большое. Только смотри, в чем прикол, она разбилась. Она еще... Смотри, я сколько в этом видосе новых штук нашел вам. Вы же по-любому бы сами не догадались до таких штук. Типа, если разрушить, получается, место, где лежит вот этот новый щит, он пропадет. Где ты был? Я боюсь, то, что сзади кто-то есть. Ой-ой-ой. Как же я ему прописал-то больно, а? И упал вниз тоже. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет, это же не на меня. Ты здесь? А, смотри какой. Я не умею строиться, брат, как вы, профессионалы чертовы. Кто-то еще отрабатывает, да, на нас? Интересно, много у него хилок? Слушай, ну я ему нормально так по щам-то надавал, на самом деле. Как, сука, профессионал, блядь. Сорян за мат, ребята. Ресурсов не так много, чтобы с ним драться. Блин, я вот теперь думаю, купить мне набор психа или нет. Я даже не вижу, откуда он стреляет. Он где-то вон там. Да я же поставил лестницу! У меня ресурсов ноль, посмотри, я поэтому... Ай, бля... Ну, камон. И чувак выжил, я понял. Да. И третья попытка, Пандора, добро пожаловать. Поднять щиты, путник. Короче, блин, я так затупил, на самом деле, с этой ловушкой, это просто ужасно. Но знаешь, почему затупил? А, ресурсы кончились. Я подпрыгнул, чтобы поставить под собой лестницу. То есть меня бы не убила она, эта ловушка, понимаешь? Вот она бы меня при всех раскладах не убила бы.
Это четвертая попытка зафармить Пандору уже. Я только своими тупаниками умираю на самом деле. Но в любом случае ролик попадет в YouTube. Почему? Потому что мы узнали такой лайфхак с сундуками в новом патче. Лайфхак с бронесферой. Точнее, не лайфхак, а жопу с бронесферой. Я своим же лайфхаком не воспользовался. И снова я своим лайфхаком не воспользовался. Плохо, плохо, плохо. У него дробаш! У него дробаш, который мне крайне нужен. Патронов нету. Не, и на дробаш патронов нету. Главное напугать. Дай патрончики. Как мне с одного калаша их убивать, вот скажи мне. В теории я бы мог чухнуть, конечно. Ну, типа вот так вот это выглядит все, когда ты без патронов, но хочешь побеждать. Мы отойдем. Мы тактически срулим, блядь, тут еще один. Так, хорошо. Я его забью киркой, блядь. Это ж Borderlands. Я его так побил. Не перезаряжайся. Кто стреляет по мне? Патронов нету. Смотри, что делаю. Смотри, что я сейчас делаю. Смотри. Смотри. Патронов нету. Без патронов ломаю. Без патронов их ломаю. Чекай. Вот это жесткая. Уже катка жесткая. Ее уже можно выкладывать. Сюда столько народу прыгнуло. Мы без оружия, без ничего разрулили. Какую ситуацию сложную разрушить. Слушай, ну да, эта каточка нормальная будет. При всех раскладах. Даже если я проиграю сейчас. Мы про бронесферу узнали, про лайфхаки с сундуками узнали. Под сундуком ломаешь. Он уже полностью не рассыпается. Давай, брат, ну я ж тебя видел. Хорошо. Здесь есть еще один, да, я так понимаю? Че нет? Как же хорошо я разрулил, ля. Блин, давай возьмем эту. Я не очень люблю помпу в нынешнем. Нет, давай, не хочу я помпу. Возьмем вот это. И здесь быть еще один должен бы быть. Быть еще один пиздюшонок должен быть. Я тебе говорю. Вот запомни мои слова. Я где-то застрял в текстуре. Запомни мои слова, то что здесь где-то есть еще один. Это далековато, конечно. Давай возьмем. Мне кто-то бегает? Мне нужно квест сделать, поэтому давай возьмем вот эту вот пулялку и популяем в ту сторону куда-нибудь. Где он там? Они там уже дерутся, что ли? Да. Господи, какой я кривой. Слушай, ну тут только пушить и пушить, потому что здесь все с броней при всех раскладах. И мне надо пушить. Жесть, они там воюют, посмотри. В этой локации все долго воюют. Она может быть поэтому прикольная, чисто для новичков. Как я.
Брат, да я убью, да я убью. У меня квест. Что, блядь? Ой, короче, нет, это будет слишком долгий ролик. Я не знаю, как я его... У него 15 хп было. У него 15 хп было. Короче, ладно, я так залью этот видосик просто по фану. Почему? Потому что показать тебе локацию, во-первых. Квесты я, естественно, не буду. Гайдов с этими квестами просто триллион. Блин, мне локация очень нравится. Fortnite и Epic Games вообще красавчики, когда водят такие подобные штуки. Они, конечно, для соревновательного момента, наверное, я не знаю, дисбаланс, наверное, локация. Я не знаю, как сюда люди прыгать будут. Хотел бы увидеть турниры какие-нибудь уже с этой локацией. Вот, бронесфера говно, мне не нравится. Ее, кстати, можно сбить, если она на каком-то предмет упала. Мы это уже продемонстрировали. Сундуки можно фармить теперь везде. И патроны, и сундуки везде, ломая предметы под ними. Теперь они не исчезают. Это круто, это круто. Вот, ну и собственно все. У меня, кстати говоря, есть теперь хэштег автора. Поэтому если ты хочешь меня поддержать, то вписывай мой хэштег. Я буду безумно тебе благодарен. Можешь скидывать мне скрины в группу. Я их потом в видосике какие-нибудь выложу. И спасибо за просмотр, пока. Ставь лайкусик, конечно, алло, пока. И подписулину. Лайкусик и подписулину. Все, тебе точно пока.